Привет! Сегодня мы забиваем тобой котенка. Всем привет! У нас на даче появился маленький котенок. Но зимой будет холодно, и он погибнет. Поэтому мы его забираем к бабушке домой. Вот такой. Вот такой малыш. Он с такими грязными ушами. Привет! И с разными глазами. Мы его сейчас что, в ветеринарку сначала повезем? Да. Пусть они посмотрят, скажут, что делать с ушками, да? Да. Ой, дихалюська. У нас есть вот такая переносочка. Мы туда пеленочку постелили Ксюшину. Ой, дихалюся. Он спокойно сидит. Он вообще как домашний, он очень хорошо относится к людям. Ну что, давай, а то ему холодно. Ставь его в машинку. Что ты там делаешь, маленький? Ай, вот он. А он, глянь, спокойно сидит, даже ничего. Хорошкин. Вот приехали мы в ветеринарную клинику, и сейчас будем с нами будет котенка. Да, сейчас врачам будем его показывать. Ест нормально? Нормально. Малыш не... Дрожит? Или урчит? Да, дрожит. Какой красивый. Да, смотри. А каким он должен светиться, если вот дышать? Зелененьким светится. Волосы. Тут чисто все. Ну, да, это похоже на... Мне кажется, там просто такие у него ушки были грязные, видимо, от клещей. Он разодрал там даже как бы корочку. А препарат какой применяли от клещей? Какой-то от феронал? Да. Два раза капали? Да, два раза. С интервалом каким-то или просто подали? С интервалом, да. Через 5-7 написано, через 8 дней. Еще раз где-то дней через 5 после второго применения, да. Обязательно. И обработки не бросайте, обязательно... Обрабатываете ушки. Соскоб на клеща сейчас нет смысла брать, раз уже два раза. Хороший. Сейчас ушки почистим. Смешной. Ну, спокойный такой какой-то, не рвется никуда. Ему все интересно. Смотри, Ксюша, чтобы он не упал. Они, в принципе, не такие грязные. У вас получилось. Просто вот эти вот складочки все вот так вот ушко выворачивают. Все вот эти складки, сколько видите, столько вычищаете. А, вот ксилин, да. О, он меня кусает, запалит. Хлоргексидин хорошо подходит для обработки и глаз, и ушей, и носа. Им все можно, да. Да. Кусака. Ну что, какая ты кусака, да? Кусака. А вы сегодня, да, вот эту фенол капали? Нет, вчера. Ну, вот со вчерашнего дня, получается, 5 дней. Да, я читаю. Недовольна я. Брать, не можно. Так, все? В принципе, все, давай больше не таким знаком. Загружаем. Загружайся. Ох ты, глянь. Не хочешь? Еще не знает, что это такое. Взрослые туда уже сами запрыгивают. А теперь в магазин. Да, в магазин за шампунем от блошек. Да? За лекарством. От глистов. И что там еще нам надо было? Что ты тут рыбок нашла? Да. Красивые. А вот какие тоже у меня. Ой, попугай. Чирик-чирик. Я хотела. Ну, Ксюш, пока мы завели с тобой котенка. Ой, а какие шиншиллы.
сидит, класс. Посмотри, какой хомячок лучит. Маленький. Балабай. А, вон кролик. Ничего классного. Ага. А вот его держать, я вот поливаю. Ну, спокойно себя ведет. Сейчас Вася прибежит, наверное. Вполне возможно. Вообще, вода прячет, да. Маленький. Вот они. Да? Угу. Ой, ой, ты, они сейчас знаешь, куда все на голову упадут? А, да-да-да-да-да. Это обычная история. Бедного, тебя закусали. Да-да. Вот какая вещь. Ой, вон они. Угу. Малыш, ну потерпи, тут их вон сколько. Это правда, Макия? Да-да-да-да-да-да-да. Да ты моя красавица. Да-да, красавица моя. Вот. Там от лампы, во-первых, тепло будет. Так, Вася, уйди отсюда. Подписывайтесь на канал, если не ТВ. И ставьте лайк. А еще напишите Ланушке кофточке имя. Да, мы хотели попросить наших подписчиков придумать имя для нашей кошечки беленькой. Всем пока!